Боевики ИГИЛ закупают оружие на Украине. Такое признание сделал один из экстремистов, задержанный полицией Кувейта. Об этом сообщает Associated Press. Гражданин Ливана Усама Хаят заявил, что незаконный товар, приобретенный на Украине, он отправлял в Сирию через территорию Турции. Известно, что речь идет о закупке китайских зенитно-ракетных комплексов. Кроме ливанца, полиция задержала еще 5 человек. Все они занимались снабжением запрещенной в России группировки «Исламское государство».